пятницу в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега. Днем -1-3 градуса, ночью 4-6 ниже 0. Внимание, сильный ветер, северо-западный 7-9, порывы до 19 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, в светлое время суток -2, в темное -5 градусов, северо-западный ветер 8 метров в секунду. В Тольятти тучи, небольшой снег, днем -1 градус, ночью 4 ниже 0, северо-западный ветер 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем -2 градуса, ночью -5, северо-западный ветер 7 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 77%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.